Данное видео будет о 100 миллион летних и больше и меньше янтаре, который обнаружен в разных частях света. Я раньше опубликовал это видео, но по независящим от меня причинам мне пришлось его перезагрузить. И в этом видео будет показано куски янтаря, в которых сохранились различные насекомые, которым от 20 до 100 и больше миллионов лет. А также даже иногда бывают частицы ящериц, частицы каких-то пыльцы, каких-то растений, каких-то червячков древних видов, которые жили от 20 до 100 миллионов и больше лет назад. И все это сохранилось в янтаре. Наибольшее месторождение янтаря, по крайней мере из мне известных, находится в Калининградской области, в Прибалтике, также немножко в Померании и где-то на Западной Украине. По крайней мере, в Житомирской области, я вот слышал, где-то, может, на Буковине, где-то в том районе. Там были огромные древние леса, с этих гигантских деревьев, которые были, как американская секвойя, очень огромные деревья, падали, смола древняя, и эта смола попадала на древних насекомых, и это все окаменевало, и так образовался янтарь. Янтарь сейчас в последнее время поднялся в цене. Он и в древности был как ценный камень, но в последнее время он подорожал, так как его, относительно, в общем-то, его не так уже много, а особо ценится, конечно, если в янтаре есть какое-то насекомое или какая-то ящерица, лягушка там. Что-то очень древнее, и это имеет очень огромную ценность. Всем советую посмотреть это видео, оно будет интересно всем, кто увлекается древней историей, а также всем, кто увлекается древней палеонтологией. Всем спасибо за просмотр.